учителей, друзей, в общем, практически все родные мои люди. Я хочу сегодня всех поздравить просто с хорошим днем, пожелать отдыха хорошего. Учителей с их профессиональным праздником, днем дошкольнян, днем библиотекаря. Хочу всем вам пожелать великолепного просмотра. Хочу вам пожелать, чтобы в вашем доме всегда был мир, чтобы Одесса наша процветала, и у нас все было хорошо. А все наши районы, которые входят в 31 округ, были самыми лучшими в нашем мире. Я хочу всех предупредить, сегодня прекрасный день рождения у прекрасной женщины, у Яны Малой. Скоро начнется спектакль, эта великолепная женщина, как бы заранее не поздравляет, но я прошу ее встретить аплодисментами. С праздником! Всего самого лучшего, всего самого доброго, добра, мира и здоровья всем нам и Яночке! Поздравляю! Шесть!